Скажите, пожалуйста, вы с Эстонии, что вас сюда привело? Солидарность. А, солидарность с чего? С старыми бойцами. А бойцы эти служили в германской армии. Вы солидарны, что они служили фашизму, Гитлеру? Все. Все, я понял, понял, понял. Вы за фашизм. Поддержите фашизм. Слушай, я сейчас тоже начну ругаться, но зачем ругаться? Да? Но? Я могу... Я в следующем году, 24 февраля, буду у вас в Таллине. Подойдем, поговорим, если хочешь, нет? Ага. Ругаться-то не надо. Ты пока у меня в стране. И не надо тут на меня рот открывать.